Камера пишет, натягивает дождь, очень сильно парит. Постараюсь до него успеть закончить комплекс. Погнали. Tired to fly with rocking wings. Tired to swim against the tide. I tried to leave, but here I am. Shedding my skin like I never did before. Shedding my skin for it. I brought you down, but I never drew first blood. Где-то солнышко, я прилег. Ребята, в общем, всем привет. Тяжело сегодня дался комплекс. Когда в разговоре с друзьями, знакомыми или приятелями заходит речь о самых тяжелых тренировках, которые им приходилось делать в жизни, речь, как правило, заходит о тренировках во время службы в армии. Я в армии не был. Меня из военки выгнали после полгода обучения по состоянию здоровья. Поэтому я не компетентен в этом вопросе, поддержать разговор мне нечем. Но тема, согласитесь, очень интересная, поэтому сегодня я решил на себе попробовать, что такое подготовка спецназа. Я сегодня выбрал комплекс силовых упражнений, которые идут в предварительном тесте у ребят подразделения «Краповые береты». Комплекс состоит из 7 кругов. Нужно делать 4 по 10, 4 упражнения. Отжимания, после отжимания идут упор лежа, упор сет, потом подъемы на пресс, которые зашли очень тяжело. Я такой вариант выполнения этого движения еще ни разу не выполнял, не делал, не пробовал. Попробуйте кайфовое упражнение на пресс, включайте в свои программы тренировок. И после этого идут выпрыгивания из положения полного приседа максимально вверх. Это часть всего лишь предварительного тестирования. Перед ней идет бег 3 километра, подтягивание максимальное количество. И уже потом выполняется этот тест, который называется тест 4 по 10. И как хотелось бы, но после этого теста не идет еще окончание предварительного отбора, тестирования. После этого ребята должны провести еще спарринг с 4 противниками, в котором нужно не только обороняться, но еще показывать атакующие, контратакующие действия. В общем, всячески выражать свою активность. Моя активность выражается сейчас в лежании на еще не высохшем от утренней росы футбольном поле. Понравился очень комплекс. Зацепило еще тем, что новое движение, очень классное на пресс. И мне кажется, бёрпи было бы делать намного проще, чем вот эти вот собирание и выбрасывание ног. Попробуйте, ребята, попробуйте аккуратно. Для выполнения этого комплекса, как всегда, не нужно ни оборудования, ни особо большого количества места. 2 квадратных метра. Но самое главное, постарайтесь, ребята, чтобы эти 2 квадратных метра хорошо вентилировались. У меня он натягивает на дождь, парит, дышать тяжело, но контратакующие, атакующие действия я мог бы еще выполнить. Понравилась мне тренировка спецназа. Есть у меня наработки еще и по другим войскам, по американским, как у них проходят тестирование. Если вам нравится такой формат тренировки, за вами лайки, подписка. Ребята, делитесь этим видео. Это меня мотивирует рыться в себе, копаться в интернете и находить интересный материал для вас. Прошу прощения за то, что сегодня, наверное, первый раз за весь мой мою деятельность на ютубе я пишу видео лежа, но
надо собрать силы для того, чтобы на велосипеде доехать домой. А на сегодня все, ребят. Берегите себя. Развиваемся, тренируемся. До новых встреч. Пока-пока. Enemy flies, and tears they fall, breaking the ground that breaks your fortress walls. I see them coming for you. They're coming, cunning. I rise above your fall, taking your place. I will destroy them all. My child, you are mine. Accept my sacrifice. So many years later. This is not a battle fought with sticks and stones. This is not a war against flesh and bone. You know the answer, you know the answer. Pick up your cross and do another lap, son. I will work through you. When the enemy flies, and tears they fall, breaking the ground that breaks your fortress walls. I see them coming for you. They're coming, cunning. Above your fall, taking your place, I will destroy them all. My child, you are mine. Accept my sacrifice. Один остался. Одиннадцать сорок, ребят, это ужас, а?